Художественный музей имени Крашицкого рискует встретить 95-летие в строительных лесах. Завершить к юбилею затянувшуюся на 4 года реставрацию не успеют. Как сообщили нашим коллегам из интернет-портала «Форпост» в пресс-службе Департамента капитального строительства, музей находится в высокой степени готовности. Вероятнее всего, завершение работ будет к концу текущего года, в декабре. При этом, уточнили в ведомстве, готовность объекта составляет около 63%. Однако 95-летие сотрудники художественного музея будут праздновать менее чем через 2 месяца, 6 ноября. О планах открыть учреждение круглой дате заявляла в конце прошлого года директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец. Напомним, масштабная реставрация одного из красивейших зданий нашего города началась в августе 2018-го. Сумма контракта тогда составила более 309 миллионов рублей. Амбициозный проект по обновлению исторического фасада, ремонту и оснащению современным оборудованием залов музея собирались завершить к концу 2019-го. Подрядчиком стало общество с ограниченной ответственностью ГУАР. Однако строительные работы пошли не по плану. Наблюдались постоянные простои, сроки сдвигались. В итоге с подрядчиком контракт расторгли. Позже в отношении руководства фирмы было заведено уголовное дело. 3 года здание простаивало с дырявой крышей и без окон. В июле прошлого за работу взялся новый подрядчик – общество с ограниченной ответственностью «Асгард». А в январе текущего года на проведение работы с бюджета Севастополя дополнительно выделили более 288 миллионов рублей. Теперь общая стоимость реставрации музея превысила отметку в 500 миллиона рублей.